Живе Беларусь, слава белорусскому герою Андрею Зельцеру. И вот появилась информация на 9 ноября 2021 года, что чиновники ЕС приостановили действие пунктов упрощенного режима визового для лукашенковских прихвостней и приторытников. Вы вдумайтесь, до 9 ноября 2021 года действовала упрощенная форма для получения визов режиму Лукашенко, чиновников. Это просто трэш. Тут уже штурмуют фактически границу, а эти чинуши еще выдают лукашенковским прихвостням визы. Это просто планка падает и все. Как можно было допускать то, что до этого времени фактически выдавались визы лукашенковскому режиму. И заявляется якобы это связано с тем, что ситуация на польско-литовской и латвийской границе со стороны Беларуси ухудшается, и там почти что выходит из-под контроля польских властей. Вы вдумайтесь в это. Я считаю, что эти чинуши, эти чиновники Европейского Союза просто фактически тормозят, если вот по-честному брать. Даже сомневаюсь в их эффективности. Как это можно было до такого времени, уже введены санкции против режима Лукашенко, уже введены против многих предприятий санкции, а еще упрощенный режим получения виз для чиновников лукашенковского режима действовал. Это просто, я считаю, что это трэш и бардак. Это такое мое субъективное мнение. А ваше такое мнение? Напишите в комментариях.